В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Безопасность прежде всего. Тренажеры для отработки правил дорожного движения появились в 4 школах Сарова. Вместо 1000 слов. 3 февраля в мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Серебро и бронза в коньковой гонке. Саровские лыжники стали призерами чемпионата Приволжского федерального округа. Далее расскажем обо всем подробно. 4 школы Сарова получили в подарок от депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Отмахова городок по дорожному движению. Это тренажер, который позволит ребятам лучше усвоить правила перехода пешеходных переходов. В каких-то школах подарок только начали распаковывать, а где-то уже проводятся его помощью интерактивные занятия. Подробности далее. Детский городок-тренажер для отработки правил дорожного движения появился в 4 школах Сарова. Это подарок детям от регионального отделения партии ЛДПР. Играючи изучать ПДД теперь будут младшеклассники Центра образования 12, 14 и 20 школ. Посмотреть уже собранный городок и узнать впечатление от нового оборудования приехал депутат Законодательного собрания Владислав Отмахов. Дети, вот именно как раз, когда у них там начинается период обучения в школах, в какой-то момент родители оставляют их одних. Ну, скорее всего, там после первого класса, после второго кого-то. И они начинают передвигаться сами. В этот момент возникает особая опасность на дорогах на наших. У нас с каждым годом увеличивается количество автотранспорта, но при этом, к сожалению, нет возможности сейчас везде строить подземные переходы, надземные переходы. И периодически есть пересечение с полосой движения транспортных средств. В этом случае, если дети будут четко понимать дорожную разведку, понимать, под какой светофор можно передвигаться, где нельзя проходить, где можно, мы сохраним огромное количество жизней, сохраним здоровье наших деток. Опыт первый у нас уже есть, и мы надеемся действительно дальнейшее развитие этого направления. И будем надеяться, что практически все школы Саров постепенно будут оснащены, и действительно произойдет снижение дорожно-транспортного травматизма для того, чтобы мы, наши дети были в безопасности. Оценил новый тренажер и начальник ГИБДД Сарова Александр Косенков. Его сотрудники давно занимаются со школьниками, объясняя им простым языком элементарные правила поведения на дорогах. И такие стенды будут прекрасно дополнять рассказы инспекторов. Теория от практики, она неотделима. И только вот в таких ситуациях, вот в практических ситуациях, при осуществлении практических занятий, ребенок может правильно научиться действовать в той или иной дорожной обстановке. И, соответственно, я думаю, что это очень сильно сыграет, и в том числе и нам на руку, в направлении профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, как пешеходным движением, так и велосипедным движением. В какие-то школы городок только поступил, а где-то его распаковали и начали использовать. Во всей красе новое оборудование могут оценить и ученики Центра образования. Наша съемочная группа совместно с депутатом по округу Петром Смирновым побывала на первом занятии по правилам дорожного движения, которое провели в школе с использованием тренажера. Мы будем расписывать ребят по переменам, чтобы они прошли здесь именно непосредственно какие-то ситуативные разборки. Либо, например, с учителем будут играть в плане обучения пешеходных ситуаций, как переходить дорогу, где переходить дорогу и так далее. Я как депутат городской думы, на округе которого располагается Центр образования, очень благодарен такому пилотному проекту Нижегородского регионального отделения партии ЛДПР. Как мы видим, этот автогородок уже используется, дети на нем занимаются, постигают азы правил дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД, учителями осваивают. И в целом это скажется, наверное, на безопасности наших детей, их поведение на дороге и снизит травматизм и аварийность в нашем городе. Планируется, что в дальнейшем это оборудование появится в остальных школах нашего города. Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%. Во вторник международный научный журнал «Lancet» опубликовал статью российских ученых из Центра имени Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник В». По данным статьи, иммунитет COVID-19 у привитых появился в течение 18 дней. 3 привитых человека умерли, но у них были обширные сопутствующие заболевания, и их гибель не связали с вакциной. Никаких серьезных нежелательных явлений, считающихся связанными с вакциной, не зарегистрировали. Российские ученые также объяснили, что в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации. Если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то во второй раз он будет иметь клетки памяти, которые помогут перенести болезнь бессимптомно. В России за последние сутки COVID-19 диагностировали почти у 16,5 тысяч человек. В Нижегородской области коронавирусом заболели 477 жителей региона. В Сарове статистику зараженных пополнили 14 горожан.
Социально ориентированные некоммерческие организации, которые работают в области развития командных видов спорта – футбола, баскетбола, хоккея – могут получить субсидии. Заявки на участие в конкурсе принимают с 8 по 12 февраля в администрации Сарова. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-90-40. Итоги конкурса подведут 16 и 17 февраля в 14:00 в кабинете номер 322. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Готовится к выпуску четвертый сборник книги «Опаленные войной. Дети войны и победа». Саровчане, желающие поделиться личными воспоминаниями о жизни в тылу и сражениях на фронте, могут обратиться к главному редактору сборника Надежде Почтарюк до 1 марта. Книгу планируют опубликовать ко Дню памяти и скорби 22 июня. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 60206 и плюс 7 952 459 02 35. Пловцы спортивной школы ИКАР стали победителями и призерами Кубка Нижегородской области по плаванию первого этапа Кубка сильнейших. Гордей Барзанов показал лучшее время на дистанции 50 метров вольным стилем, а также заработал серебряную медаль на дистанции 50 метров брасом и бронзу на 100-метровке комплексным плаванием. Анастасия Корнишина выиграла золото на дистанции 50 метров баттерфляем и две серебряных награды на дистанциях 100 метров баттерфляем и вольным стилем. Лидия Булыгина стала серебряным призером на дистанции 50 метров брасом. Навыки рукопашного боя, а также огневая, тактическая и строевая подготовка. В Саровской православной гимназии планируют создать военно-патриотический клуб. Интерактивные занятия с учениками проводит председатель общественной организации ветеранов войн Павел Наваев, которому помогают инструкторы организации. Три раза в год планируют выезжать на военно-полевые сборы. Мы находимся в актовом зале Саровской православной гимназии, но сейчас его не отличить от учебного класса любой воинской части. Над сценой висит знамя. Столы вдоль стен заполняют макеты стрелкового оружия. А центральный стенд и вовсе как будто привезли прямиком с выставки вооруженных сил. Чего там только нет. От противогазов и металлоискателей до мин и огнеметов. Получив предложение создать в гимназии военно-патриотический клуб, Павел Наваев вместе со своими единомышленниками из общественной организации ветеранов города Сарова «Воин» не стал откладывать дело в долгий ящик. И сейчас на своих экранах вы видите первые ростки будущих начинаний. Здесь, на территории православной гимназии, мы организовали некий такой военно-спортивный праздник «Это батышные солдаты», где ребята своими глазами могут посмотреть на вооружение, спецсредства современных вооруженных сил, узнать, что такое армия, узнать про воинские специальности, военные профессии, попробовать самим поразбирать автомат Калашникова, пострелять. Закрепить военную азбуку помогает небольшая викторина, где, проявив немного смекалки, нужно угадать зашифрованное слово. Награда за правильный ответ – погон курсанта. Впереди самое интересное. Обступив стол, дети изучают вещевые мешки из разных эпох. Ручной противотанковый гранатомет «Муха», который сначала назвали «базукой». И «Муху» побольше. Реактивный пехотный огнемет «Шмель». По словам духовника православной гимназии отца Владимира, любовь к родине и готовность защищать ближних – это не только гражданская, но и христианская ценность. Бог есть любовь. И кто в любви пребывает, тот в Боге пребывает. Далее Господь говорит нам словами Евангелия, что нет больше той любви, кто душу положит за други свои. То, что знаем мы, должны знать наши дети и наши внуки. То есть хранить ту память, которая передается нам с поколения в поколение. Любовь к родине, к своей отчизне, к своим родным и близким. Это очень важно в наше время. После знакомства с вооружением и другими военными атрибутами ребята смогли пострелять, попробовать свои силы в сборке и разборке автомата. И в завершении урока для них подготовили две мини-игры. Лазертаг и танковую дуэль на радиоуправляемых моделях. На вопрос о том, зачем все это нужно, и что произойдет, если отказаться от патриотического воспитания, Павел Наваев дал исчерпывающий ответ. В этом случае не будет ничего. Не будет государства, не будет родины. И если, то есть, в младшем возрасте, то есть, не показывать, не объяснять детям, что такое патриотизм, что такое родина, как защищать родину с оружием в руках, мы свою страну потеряем. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. По количеству и объему ненормативных слов и выражений русский язык занимает третье место в мире и уступает лишь английскому и голландскому. Впервые нецензурные слова были написаны в берестяной грамоте 12 века, которую обнаружили археологи. Что именно начертали наши предки на бересте, археологи не стали уточнять. С тех пор нецензурных слов стало так много, что их употребление решили ограничить. 3 февраля в мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой.
Мат – это неоднозначное языковое явление. С одной стороны, использование нецензурных слов и выражений обществом не приветствуется. С другой – есть жанры, где эстетически нагруженная матерная лексика может быть коммуникативно оправдана. Например, анекдоты. Между тем, матерные слова подвергают тщательному изучению и даже составляют словари. В читальном зале библиотеки имени Маяковского есть один экземпляр русской заветной идиоматики Василия Буя. В словаре описаны около 1000 устойчивых выражений, содержащих в своем составе неприличные в широком понимании лексемы. Сам автор подчеркивал, что список выражений неполный, так как словарь включили только те идиомы, которые были зафиксированы в доступных на тот момент письменных источниках. И все-таки использование ненормативной лексики – это моветон для культурного человека. Борьбу с бранными словами ведут с переменным успехом во всем мире. Созывают комитеты, изучают возможные пути решения проблемы. Но искоренение мата – сложная задача. Как говорят психологи, если человек сам не захочет избавиться от употребления неприличных выражений, то никто его не сможет заставить. Если же ты действительно хочешь это поменять, обратись к специалисту, если тебе это сложно сделать. Прям сложно. Вы проработаете эту ситуацию, разберете ее на мелкие-мелкие детали, составите какой-то определенный план, как ты будешь реагировать на определенные ситуации, и постараетесь эту ситуацию изменить. Сколько времени это займет? Это может занять годы. По данным опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения, лишь треть россиян никогда не употребляет в речи нецензурные выражения. Саровчане тоже стараются ограничить в своей речи бранные слова. Пугаете в жизни матом? Как вы к этому относитесь? Конечно. Бывает. Лично я негативно отношусь к нецензурным выражениям, но никак не могу, к сожалению, перестать их использовать в своей повседневной речи. А синонимы не пробовали подбирать? Пробовала, но это скорее очень экспрессивные выражения, которые ничем нельзя заменить. Не употребляю. Ни сама, ни своим ученикам. Ни близким, никому не позволяла, и никто в моем присутствии никогда не выражался. 1 февраля вступила в силу новая редакция закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Теперь администраторы соцсетей и видеохостингов должны выявлять и блокировать мат. Новый закон не отменил старый. За нецензурную брань в общественных местах предусмотрен штраф до 15 минимальных размеров оплаты труда или до 15 суток ареста. Саровские лыжники заняли 2-е и 3-е места на чемпионате Приволжского федерального округа в коньковой гонке. Соревнования проходили в Кирово-Чепецке в рамках чемпионата Приволжского федерального округа. По итогам турнира Александр Кулешов стал серебряным призером. Петр Седов завоевал бронзу. Подробности смотрите в следующем репортаже. В составе сборной Нижегородской области на чемпионате ПФО в Кирово-Чепецке три спортсмена «Атома» Петр Седов, Александр Кулешов и Алексей Шаров выиграли эстафетную гонку. Главными соперниками была команда из Татарстана, богатого региона с развитой лыжной школой. В двух забегах Петр Седов участвовал как наставник, еще в двух – как спортсмен. На последней гонке на коньковой на 15 километров мне удалось занять 3-е место. Вот. И в общекомандном зачете наша область таким образом заняла 3-е место. То есть мы проиграли только Республике Удмуртия и Республике Татарстан. Несколько лет подряд команде Нижегородской области не удавалось попасть в тройку лучших в общем зачете. В этот раз результатами спортсмены довольны как никогда. Серебро в гонке свободным стилем на 15 километров досталось саровчанину Александру Кулешову. Хочется показать высокий результат, там независимо... Там это либо Кубок России, либо вот Федеральный округ, либо Чемпионат России. Все равно хочется выступить по максимуму, завоевать, ну, выиграть, либо в призы попасть там в тройку. Поэтому готовимся к каждому старту. Алексей Шаров перед соревнованиями в Кирово-Чепецке успел побывать в Заинске. На первенстве ПФО среди юношей и девушек 2003-2004 года молодой человек пробежал 4 гонки и собрал немало наград. Пробежали спринт, удалось посоперничать с ребятами и занять 2-е место. В классике на 10 километров тоже посоперничали. Получилось занять 3-е место. И эстафета, бежал 4-й этап, получилось занять 2-е место. Команда Удмуртии была сильна. Сейчас Алексей усиленно готовится к первенствам России среди юношей и девушек 17-18 лет и 19-20 лет. Они пройдут в марте. Принимать будут Сыктывкар и Кирово-Чепецк.
И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.